Ковчег с 19 мощами святых передали в храм иконы Божьей Матери Тучная гора, который расположен в поселке Заволжский Калининского района. Святыню с мощами для поклонения верующим передали по благословению патриарха Кирилла. Подробности у нашего корреспондента. Идея возведения храма в честь иконы Божьей Матери Тучная гора возникла из-за особого почитания жителями Твери этого образа Пресвятой Богородицы, в честь которого на Тверской земле еще не было церквей. И первый камень в основании храма был заложен в 2012 году. И спустя 5,5 лет строительство было завершено. Как рассказал настоятель храма Алексей Молостов, активное участие в строительстве принимали прихожане. Люди откликались на просьбы, активно участвовали в строительстве храма. Его за 5,5 лет храм воздвигнут и уже продолжается регулярное богослужение. В этом году будет 3 года. То есть в 2018 году была совершена первая литургия как раз на престольный праздник 29 июля 2018 года, в праздник как раз иконы Божьей Матери Тучная гора. И сейчас храм пополнился православной святыней. В переданном храму ковчеге находятся частицы мощей равноапостольной Марии Магдалины, мученицы Софии Римской, которая помогает в семейных конфликтах, а также частицы мощей многих других почитаемых святых. 19 частичек святых мощей, которые находятся в этом ковчеге, подобраны так, чтобы в наше время нам нужно помогать людям в здравии, в конфликтах в семье, когда болеют детишки. Есть частички мощей, которые помогают в здравии детишкам, помогают в работе. Зачастую верующие обращаются с молитвами к святым о заступничестве, за помощью в безнадежных и безвыходных ситуациях. Прихожане верят, что святые обязательно услышат молитвы просящего. Конечно, для людей это помощь. И они прибегают к мощам, они видят свидетельства святых, которых Господь явил через них благодати. И, конечно, люди должны приходить, молиться, просить святых, чтобы они ходатайствовали о нас перед Богом. Вот это самое главное, что, конечно, не святые нас исцеляют, а исцеляет Господь, но святые за нас ходатайствуют. Поклониться святыне прихожане и любой желающий может в любое время, когда открыт храм. Ковчег с частицами мощей святых останется в храме на постоянной основе.